Так, сейчас я вот нахожусь на первом Колобовском переулке. Сегодня у нас, значит, 16 февраля. Вот, вот я оттуда ехал сзади. А вот, соответственно, там есть второй Колобовский переулок, но он перекрыт, так как здесь Петровка, 38, ну, то есть, здание, относящееся к Министерству внутренних дел, соответственно, здесь, как бы, есть перекрытие, которое, как бы, ничего с этим не сделаешь. Вот, и, соответственно, в этом смысле, как бы, не везде проедешь. Вот, но здесь вот есть обычные здания, то есть, люди живут, в таких стандартных советских зданиях. Вот, а Колобовский, он просто называется от Колобова, командира стрелецких полков, по-моему, при Петре Первом. Вот, соответственно, вот из-за него и назвали первый Колобовский.